Всем привет, друзья! Меня зовут Вилли. Итак, вы на канале BitTrader. В этом небольшом ролике я хочу вам порекомендовать одно очень интересное видео, точнее это интервью с моим участием, которое проходило на канале Стаса, канал называется Фотобайкер. Итак, Стас решил сделать такую небольшую серию роликов, посвященных сдаче экзаменов на категорию А. То есть он решил начать с меня, скажем так, где он взял у меня интервью, в котором я рассказываю, как вообще происходит обучение и сдача на категорию А в Германии. Также у него есть планы сделать сейчас в ближайшее время, он уже монтирует этот ролик, как обстоит дело в США, и также будет ролик про Россию. Поэтому рекомендую вам зайти сейчас на его канал и посмотреть это интервью. Ссылку, естественно, вы найдете в описании под этим роликом. Ну, а небольшой анонс. Честно, мне вот скачивать видос, вставлять там, как-то монтировать было влом. Я поэтому просто взял вот так вот свой планшет и включу вам небольшой анонсик, как это будет выглядеть. Друзья, с вами Стас, это канал Фотобайкер. Сегодня у нас будет интересно видео, посвящено будет мотошколам. Буду я говорить не только я в этой съемке, но и я привлек к данной съемке людей, которые живут в Германии и которые люди живут в США. Интервью будет у нас по мотошколам. По мотошколам США, скажу сразу, видео сейчас готовится, и в данный момент не будет связи с человеком, который находится в США, но мы сейчас свяжемся. А1 самая простая, А2 это потом такая средненькая, и А это уже открытая, то есть можно уже на любой куб. Ну, в общем, ребята, кому интересно, проходите по ссылке в описании, смотрите ролик, ставьте свои лайки, подписывайтесь, естественно, оставляйте свои комментарии. Ну, а с вами был Вилли, увидимся, до новых встреч!